Всем привет, друзья! Сейчас сыграю для вас новую песню в металлическом стиле. Эта песня называется «Исповедь». Она о том, как один человек пришел к священнику и хотел исповедаться за интересный поступок, который мучил его. Слушаем. Хочу. Я очень сильно нагрешил, теперь уснуть я не могу. Прости мне, батюшка, грехи, прости мне, батюшка, грехи. Господь простит, и я прощу. Дело говори, в чем согрешил, все отпущу, лишь только правду говори, лишь только правду говори, лишь только правду говори. Ехал я домой, сидел и с другом говорил. Стояла бабка у окна, я место ей не уступил. 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 А ты уступаешь место в трамвае пожилым, беременным, немощным людям, а?